Здравствуйте, ребята! Мы юные инспектора дорожного движения. Сегодня мы поговорим о правилах дорожного движения. Нужно правила движения выполнять без возражения. Зеленый свет открыл дорогу. Переходить ребята могут. Красный свет нам говорит. Стой, опасно, путь закрыт. Нужно слушаться без спора указаний светофора. Да, важен светофор, однако он один без дорожных знаков. Не сможет справиться никак. Ты помнишь, как надо переходить дорогу? Повтори. Ребята, я все выучу, обещаю. Я все правила выучу, честное слово.